Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я с вами пойду прогуляюсь по приморскому городу на Эгейском побережье. Называется он Чандарлы. Это город не туристический, здесь практически нет туристов, но он ничем не отличается по своей красоте и древности. Мы очень часто, практически каждое лето здесь отдыхаем. Начнем мы с дикого пляжа. Здесь он прям вдоль дороги идет. Здесь и люди сами приходят, сами раскладываются. В общем, дикий пляж. Вот такой вот городочек по всей вот этой набережной Эгейского моря. Красота. Здесь, да, сдают кровь. Мой муж постоянно здесь сдает кровь. Внутри, в этом автобусике, очень чистенько. Все стерильно, все одноразовое. Здесь прямо на набережной тоже смотрит на море. Есть кафешка, вот такая чаевня. Здесь можно перекусить. И в основном здесь пьют чай. Тостики, мостики, все такое. В каком году была сделана эта крепость, неизвестно точно. Но в 15 веке по приказу визиря Османской империи эта крепость была перестроена. Сейчас мы туда пойдем. Вход абсолютно бесплатно, нас просто встретил смотрящий. Сама крепость в виде прямоугольника с пяти башнями очень хорошо сохранилась. Вот такие даже пушечки здесь и есть. Сейчас мы будем подниматься на лестницу. Здесь поднимается на лестницу, на самую крышу. Сейчас мы пойдем. Сейчас будет еще одна лестница, но я уже устала. Ох, поднялись. Ой, господи. Такая красотища. Офигеть. Смотрите, здесь город как на ладони. Очень красиво. А вон там вон сидят чайки. Такие умненькие. Я думала, это вообще статуи какие-то. Но нет, они живые. Вот такая красота. И вот так вот по всему периметру вот эти башенки. Туда уже подниматься я не буду, это очень высоко. Хотя мы только что были вот на это такая же высокая. В 2020 году эта крепость была занесена в список ЮНЕСКО. Лестница, конечно, здесь это просто одна неосторожность. Покатишься, переломаешь себе и ноги, и все что угодно. Я не знаю, как здесь во время войны бегали солдаты, конечно, жесть. Здесь посреди крепости есть такой огромный колодец. Жуткий, конечно. Также возле этой крепости очень ухоженная, красивая площадка есть, где можно посидеть. А это вид с моря. И здесь начинается большой-большой длинный пляж. А там находится морской порт.
Туда уже мы, конечно, не пойдем. Это немножко уже далековато. В этом городке вы не услышите русскую речь. Здесь практически нет иностранцев. Здесь только отдыхают местные. Везде по набережной тут и находятся кафешки, но больше не кафешки, а бары со спиртным. Они начинают работать уже ближе к ночи, после 8 часов. Вот эти все сидушки, все пляжи вот эти относятся вот к этим кафешкам. Также, конечно, есть и здесь домики. Но домики, я даже боюсь представить, сколько они стоят. А это у нас дядечка продает кукурузу на тележке. Кукуруза была в том году 5 лир, сейчас она уже 15. Ну, это, конечно, дороговато. Здесь у нас продаются мидии, фаршированные рисом. Также идут здесь по набережной всякие лавочки интересные. Интересные вещички, платьица здесь продают. Хороший магазинчик, мне нравится. Также магазины всяких снадобностей. На пляже есть, обратите внимание, голубой флаг, что означает море чистое, пляж чистый. И также есть будка для спасителя, как правильно. Здесь также есть место, самое вкусное мороженое, сейчас мы туда пойдем. Также мы снимали с голубым флагом, с чистым морем. Один городочек называется Дикили, тоже приморский. В описании под видео оставлю ссылочку, вам можете зайти посмотреть. Кстати, те лежанки, которые относятся к кафешкам, вы не сможете просто так прийти и лечь, они будут платные. Турецкие детки. Вот здесь вот находится самое вкусное мороженое. Такой большой выбор. Здесь находится пансион. Почему пансион называется? Потому что он дешевле, чем отель, выходящий прямо на море. Именно в этом городочке мы наверху в деревне, Яйла-Юрт называется, мы там набираем питьевую воду, чистый живой источник. Про это у меня тоже есть отдельное видео, тоже в описании под видео внизу, я вам оставлю ссылочку. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк.